Падаван пережил крушение. Он искал своего учителя и клона-командира. Он не знал про предательство. Я прожил на таком корабле годы. Он стал моим домом. Мы разбирали их на браке. Каждый раз я словно тревожил останки той жизни. Спасибо. Еще разок!
Ударь меня, друг! Тебе конец! Держись, трус! Каково это? Истекать кровью! Друг, подсоби! Что-то интересное? Нашел что-то, приятель? Здесь кто-то скрывался от клонов. Его атаковали. Да, все в порядке. Просто вспомнил кое-что.
Пора за дело. Время умирать. Ты мне в подметке не годишься, джедай. Сейчас ты получишь. Пим, беди. Мы пришли. Ты не дать. А ну вернись. Это, наверное, больно. Подсоби-ка. Что, не нравится? Получай. Еще пара попаданий. Вот так. И не вставай. Этой штуке нужен твой разряд. Я вижу тебя, джедай. Ты еще ответишь за это. Я не прибыл. Беги! Не дадим ему уйти! Теперь ты мой! Получай! Я достану тебя, погоди! Берегись!
учитель, что с ними случилось? Я не знаю. Пришло сообщение. О! У вас кровь. Тебе меня не одолеть! Ее не достать! Ты проворен! Придется тебе постараться! Он мой! Пора завершить бой! На помощь беги! Тебе не прорваться! Мне совсем худо, приятель. Джедай, здесь! Нам надоело! Thank you.
внизу! Это следы светового меча. Я все еще гадаю, как так получилось. Не упустил ли я какие-то знаки? Кого, клонов? Да, я их ненавидел. До сих пор не понимаю, что случилось. Но я точно знаю, они были пешками, так же, как мы. Марсеф, ты должен идти. Они все еще ищут тебя. Я вас не оставлю. Спасибо за помощь. Тебе весело? Ты лучший. Нам нужно на ту сторону. Но при этом питание должно подаваться.
получится. Требуется помощь. Молодец, Биди. Мне жаль, учитель. Наставница умерла у него на руках. Он похоронил ее как мог. Разжигать костер было опасно. Я уже говорил тебе, насколько это круто. Ты просто замечательный. Сюда, веди.
приятель, помоги. Пора в путь. Эти растения напоминают мне мех гриза. Thank you.
Не поможешь? Ты не остановишь. Блокируй это. Боишься? И тебя ты получишь. На помощь. Так, царапина. И это называется джедай?
Спасибо, друг.